خونه مردگم جمع بچین و افریقان دو من ایفیل کرکوی شدو من وردو خوشیل بسما اتش دی عرب شد تنزیل بشد یه تا حبلی Последние капли очень жирные. Первые капли надо вниз дать, чтобы бактерии все собираются. Сфинктера. Вот сфинктеры туда собираются. Это мазать в конце крем-зоркой. Работает после массажа, после всего этого. У меня она аппетитная, волчий аппетит.
Вольте, вольте, девочка. Пол, женский пол. Воспалилось глазное яблоко, да? Это толокно. Добавляем туда топленое масло и несколько это количество сахара. Потом смешиваем, как это, водой.
Sa smetanom i sa kefirom ušeliju. Добавляем сюда лук, шинкованный мелко. Добавляем канц, из этого сделанный. Там вот эта черная вещь, это как его? Тмин. Тмин. А ее... Чабрец. Добавляем. Это соль. Вот начинку приготовила. Вот песто. Такие длинные.
классики, классики. Вот так. Помощь нужна. Когда вот так делает, у нас собирается вместе и делаем. Да, трогаться, что же этим показываем. Вот так. Вот так перемещаем их. Мясо надо правильно насадить и так, иначе он будет крутиться, когда вот крутят, и надо, чтобы не крутилось по длине, чтобы мясо вот тут тоже будет иметь. Мясо надо по длине ставить. Вот у нас растет вот эта трава, ее называется чеверец. С чеверецом мы завариваем чай. Зеленый, получается зеленый чай. Сейчас добавляем сюда зеленый. Это кипяток, чтобы зеленый чай получился. Все. Теперь в ожидании. Burada mı var diyor? Ya. Kir. Biraz uçtu evet. Maha kır. Перемешку. Мелкие перемешки.
Это тоже старинная еда. Вот так. За. Сметана. Она у нас пустая, но должна быть жидкая. Чуть-чуть соды. Это фишка чохских чудов с творогом. То, что они на сколько-то 60-70 сантиметров должны вытягиваться. По-разному их называют. Беркал называют. Чудо с творогом. Чадал называют. И так далее. Но на самом деле, до чохских вот еще далеко. Остальным всем чудушка. Соль чуть-чуть, масло растительное чуть-чуть, это 1/3 стакана приблизительно, они не в масле жарится, поэтому... Тесто должно быть обязательно мягкое. Подсыпаем. Раньше шло соревнование между женщинами села. То есть проверяли, как замешивается тесто. Если оставалась мука, к этому какие-то присказки делали. Если тесто слишком крутое, опять
То есть между женщинами села очень много таких вот каких-то условностей, которые делали вот эти соревнования жизненными. То есть каждая женщина пыталась все эти условия выполнить. Все, видите, мягкое тесто, оно готово. Так, теперь тесто тоже полежит, отдохнет. Картошечку. Так, теперь сюда чуть-чуть сливочного масла. Так, теперь делаем вот такие кружочки. Так. Так, здесь на солнце тесто может подсохнуть, поэтому нам надо будет сейчас оперативно. Thank you.
это толокно. Посыпается. Они придают очень вкус такой интересный. Ассаламу алейкум. Что это хорошо? Нормально. Масясина, хай. Ты видела? Да. Что выросло? Домик за ночь. Да. Ну, ужин, наверное, нормально. Садись. Там обед, а здесь чай. Да, да. Да. Это всегда у нас. Здесь горный. Ой, какая прелесть. Мадам, я жду. Вот так. Наполнился? Это откуда сюда попал?
Эти откуда же ты сюда попался? Тип-т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 ип
Кушина это робот. Как это на тесто сперва. Вот, чуть-чуть. Этот. Так. Вот это тоже чуть-чуть, чтобы тесто было мягкое. Вот. Оставим. Тепленькую воду, водички. Так, вот это. Так. Бисмиллахиррахманиррахим. Вот так. Оставить там минут 20. Надо ее оставить. Тесто. Сильный ветер, блин, видишь, все. Поломал свет. У меня здесь. Вот теперь пойдем что. Ну, вот этот. Ну, чуть-чуть соду я не добавляю. Она и так, они тянучие. Так. И масло тоже надо добавить сюда. И чуть-чуть это тоже добавляем.
теплёное масло. Кому, как ему, много не надо, чуть-чуть, а она у меня готовая. Так. Вот, всё, готово. Вот так. Вот так. Вот такое дело. Вот два. Два ботыща. Ну, не маленькие, ну, один, может. О! О, куры! Вот так, давай, выходи! Выходи! Я ничего не делал. Это кормушки их. Здесь пшеница, здесь кукурузы их. А здесь корма. О. И на эти и эти. На обоих местах корма для коров. Вот так. Еще надо им зеленый цвет тоже давать. Сюда есть. О, 4 штуки здесь есть. Вот так. И это подниму. Вот, пару штук, и еще пару, один здесь оставлю, чтобы не видали тебе, вот так, все. Щи делаю это, не маленький. Щи делаю. Ставлю попалать. Так. Это хлеб помельче, это помельчатый, который делаем, хлеб для пинок. Вот овощи перемещаем, вот и готово. Чуть-чуть соль тоже,
как нам им тоже нужно слово. Кушай. Ваша порция. Сейчас немножко дырку, дырочку надо, чтобы не дырочку. Вот так. Вот так, сейчас. Это яички муж принес. Вот наши курицы. Яички. Вот, немножко грязные, наверное. Они сиплятые сейчас делают. Они же первый раз. Маленькие, но все равно вкусные. Вот это наш червец. Положим. А вот это, как называется, я не знаю. Из нашего собранного счета, не знаю я. А вот этот, как называется. И все. И все. بسم الله الرحمن الرحيم. أتوسكوا جزء من سنة من ديال.